Так, друзья, всем привет. Наконец-то еду. Что-то я вообще не понимаю, что я делаю. Сейчас. Вот. Еду на почту. Наконец-то пришла посылка. Потрепала мне нервы. Очень. Значит, должна была прийти 22-й, сегодня 24-й. Два дня. Два дня она лежала у нас на сортировке, пока я не стала... Я накрасила губы Аринкиной помадой. Такая классная. Но не отобрать. В общем, еду за посылкой, будем распаковываться. Забрала 10 дней в пути. Сейчас мы с вами ее раскроем, а потом подробно будем смотреть уже для семьи к чаю вкусняшки. Потом подробно будем рассматривать с вами. Я просто очень тороплюсь, мне надо к зубному. Ой, ой, сколько красоты! Посылка по обмену с канала Мария, Мария, цветочки, лепесточки, Маша с Леночкой. Так, все, ничего не забыли, сейчас распакую, попробую. Короче, потихонечку распаковываю, но вот эти вот не буду пока вместе распаковывать. И такая приятная приятность, Ваня будет обрадовался, Ваня будет рад. Кэрри, красотка. В общем, для Вани мы все-таки сами вскрыли перец болгарские семена и помидор круглый. Я думаю, он обрадуется. И вот такая красотулечка еще. Вкусняшки нам Маша прислала. Это вообще такое все полезное, вкусное. Мы будем чай пить. Хирсута. Ай-вай-вай. В общем, арчибалдяны. Я все приду, распакую поподробнее и покажу. Сейчас я Маша сниму. Не сниму, а сфотографирую и побежала лечить зубки. Я для вас прошло мгновение, для меня полтора часа. Я вернулась и распаковала, показываю. Сначала хочу вам показать, наверное, я уже показывала, ну вот еще раз. Подарочки с Машиной дачи. Мята. Ромашка с календулой. Я сначала подумала, что это... Ой, что это просто календула, не увидела, что там еще и ромашечка, ну красота же, просто полезная, вкусная, и главное, а главное, так красиво, так ярко, кусочек лета, шиповник, это вообще красота для нашего Ванюхи, потому что у него не получился огород в этом году, перец, болгарский микс, разный, прям, слушай, Маша, придется сажать, помидор круглый, низкорослый. Ну, красота же. Еще как много. Так, конфетки наши уже съели. Теперь давайте по хоечкам. Что у нас? Если честно, я даже не посмотрела, что я у нее просила. Помню, что я ее просила хоечку Кэрри Спот Маргин. Она у меня есть, но она у меня вообще не растет. Я уже, знаете, отцепила там прям просто... Наверное, пол сантиметра череночек высадила в отдельно себе, ну, чтобы дублик был. И он чуть-чуть падает. И он тоже у меня не растет. Вот такая красотка. Я, они все в кокосе сидят, но я их буду точно пересаживать, потому что я кокос не могу поливать. И сейчас еще объясню кое-что. Вот смотрите. Хоечка шикарнющая, краситнющая. Это хоечка Аничаноидес. Они шикарно цветут. Вот с таким длинным усиком у меня. Вот она. Ой, шепердемизи, голову лезет. Шикарно цветут. У нее красивый темный лист. У меня вот такие вот хоечки, такие, знаете, они как будто кожистые. Очень тоже нравятся. Вот. И у нее, мне кажется, а, это смокотик. И у нее была вот здесь вот салфеточка. Я ее специально не убрала. Видно, что эта салфеточка была когда-то белая, и она вся в плесени. Вот она вся-вся-вся заплесенная. Ну, посылка 10 дней была, да. Хоечку Аничаноидес я просила, точно помню. И Спортмаргин просила. Вот здесь тоже хоечка, смотрите, видите плесень? Вот сейчас вот будет хорошо видно, наверное. Она даже немножечко болтается. В общем, Хоя Финлайн Сони... Сплэш, Биг Лиф. У меня такой нету. У меня есть Финлайн Сони. Вот такая. И Финлайн Сони Сукрин у меня есть. У меня только две.
два вида. А это совершенно другая, видите? Она такая сплэшистая. В пополнение в мою хоечную коллекцию. Хоечку, вот эту я просила. Тимур. Я ее все время Тимур зову. Это, оказывается, Тимур. Тоже просто такой лист зеленый. Ну, что такое? Неудобно мне одной рукой и показывать и снимать. Вот. Что я еще просила? Ой. Вот. Сейчас. Хоечку Кумингиана. У нее есть варигатная и обычно зеленая. Вот. Красотка зелененькая. Она красиво цветет. Это хоечка. Я на нее смотрела. Раньше варигатная стоила каких-то бешеных денег. Вот. Но у меня не было ни той, ни другой. Теперь есть у меня Кумингиана. Сейчас я их всех пересажу. И еще я заказывала у нее, очень просила. Заказывала, очень просила. Хоечка Лакунозу варигатную. То есть у меня есть Альба. А сами, которые называются Лакуноза, есть Муншайн. Лакуноза Роял Флэш и Лакуноза Сильвер. Все, Лаос я вывела из коллекции. Черный лист, который была, тоже вывела из коллекции. Вот. По сути, у меня раз, два, три, четыре. Вот это четвертое. Красивенькая. Нет, пятая, да? Варигатная. Вот это сейчас варигатная. Альба маргинатная 2. Серебристая 3. Роял Флэш 4. 5, значит, у меня и Муншайн. Так, еще просила у нее специально Эскалетто. Эскалетто, да, правильно я прочитала. Монстерка. Это такая, как Манки Маск, только она гораздо больше и гораздо, ну, как сказать, дырки такие крупные. У меня Монстер тоже, у меня Манки Маск, ну, или она как лиф какая-то там называется, Happy Leaf, забыла. И варигатная. Зеленую я тоже вывела из коллекции, потом пожалела, кстати. И теперь у меня вот такая будет. Это что касается укорененных. Что у нас по срезикам? По срезикам я уже вам показала. Такая дисхидия хирсута. Вот у меня просто... У меня листик другой. У меня другая хирсута. Это такая кругленькая. Мелкая вообще. Прям шарики-шарики. Очень красивенькая. У меня все-таки длинный вытянутый такой листочек. Хирсута. У меня здесь... Я просто бежала, первый попавшийся стакан поставила. Арчибалдиана Сиания. Сиания, да, написано у нее. Такой класс. Арчибалдиана мне так нравится. Вот они вот из разряда вот этих хоечек, которые просто зеленый лист, но он настолько шедевральный вообще. Вот я не знаю. Это молоденький прям вот срезик. Арчибалдиана у меня что-то... Туго растет. У меня обычная зеленая и варигатная есть. И хоечку, которую я просила, Керри. Варигатная. Вот такой красивый черенок. Мягенький. Ну, я надеюсь, смотрите, какой корешок здесь. Надеюсь, вам видно. Стараюсь так на солнышко, потому что... Вот. Такие дела. Сейчас, секундочку. Покажу просто, что пока Мися наехала, она вот здесь вот даже корешочек дала. Это Арчибалдиана, видите? Сейчас я вам покажу, какие у меня в прошлый раз приходили по обмену с Машей хоечки. Так, я напишу, когда я получала посылочку. Это Хоя Германи. Вот такая красотка. А у нее было... По-моему, вот этот был зачатки листочек. И вот этот вот она мне недавно прям распустила. Обалденная, красивая хоя. Хорошо растет. Вот все, что отправлено с любовью, растет вообще прекрасно. Что-то мне. Так, хоечка была ригидифолия. Сейчас я ее вам вытащу, а то она у меня здесь стоит. Усик был, по-моему. И вот они у меня нарастили. Такие. Интересная хоечка, она какая-то такая, что ж такое, у меня телефон разряжается, поэтому он уже плохо функционирует, вот, такая как бы фактурный лист такой интересный, ригидифолия. Что еще было, сейчас пойдем на второй этаж, перенеслись на второй этаж очень быстренько, и я вам покажу хоечки, которые от Маши были
той посылочке, первый наш обмен. Вот такая хоечка Сабах. Я все время ее не могу выучить. Сабах ЕПС 961. Смотрите, как хорошо она пошла в рост. Это моя вторая попытка завести эту хойку. И она удачна. Очень красивый лист, знаете, какой-то вот осенний. Не знаю почему, он напоминает мне осень. А с ней же была посылочка. Так, с ней же была в посылочке хоечка Магиливри, которая очень красиво цветет. Ну, так же, как и Анечиноидес, Анечихоидес, как там правильно называется. Но она, я вот просто ее прикрепила уже вот здесь вот. А выпустила у меня усик. Облиствивает. Красивый лист, правда? Молоденький вообще. Вот тут у меня еще зачатки, вон там зачатки. Вот обсыпается. Это не она, это другая, но... И была хоечка такая редкостная. Вот она, хоечка была с резиком Марле. Я покажу сейчас, как она. Она была на срез у меня. И вот так сейчас она выглядит. Укоренилась, пошла в ростик. Моей пипеточки растет. Вот эти, по-моему, три верхних узел листочка она нарастила у меня. Вот такие у меня посылочки от Маши. Канал называется Мария Мария Цветочки Лепесточки. Всегда ссылочки оставляю я на девчонок. Обязательно переходите, подписывайтесь. У них очень большая коллекция хой и очень классный. Так, ну а я с вами попрощаюсь. У нас сегодня ненормально жарко, прям просто 30 с лишним градусов. Напоминаю, что у меня есть Телеграм, группа ВКонтакте, Яндекс.Зен, теперь еще и Рутуб. Так как у нас Ютуб вообще не грузят. Не знаю, кто как смотрит, может быть там VPN, не VPN. Я не устанавливаю эти программы, потому что ну, у меня работа такая. Я боюсь, что если кто-то залезет в мои данные, у нас будет неприятность. В общем, друзья, всем до новых встреч!